скинул, нет? Давай скину чистого босса. Чистого босса. Слушай, трэш-то тоже надо? Да нет, ребят, тут трэш это часть босса. Тут типа... Я оба скинул. Первый босс с трэшем, второй без. По боссу и по трэшу. Типа запомните это раз навсегда. Этот босс конкретно с трэшем. Потому что трэш нужно убивать. Ладно, а как ты трэш бил? Я пальцы кидал на всех. Не на всех, на троих кидал пальцы, а потом дальше босс. Она шарит просто. Я тогда 21-ка разгонялся на X2. Было бы у меня еще 10, там вообще завис был. О, ля, Кана передамажил Холича, получается. Холич, прикинь. Я сам вахну сижу. Будьте дотать. Ульт и дотинг наш все. А трэш просто никто не бил. Вот в том-то и дело. Раньше все трэш заливали лоры. Сейчас, блядь, лоры нихуя не бьют. Так а типа нахуй. Трэш живет. Воль этот, меток двух нету, урона не по ним нету, хилить нечего, значит трэш нахуй бить. Все? Да? Дотка три раза успевает тикнуть где-то, ну, на трэш или четыре лишь. Нормально. Как обычно, пау долго дисперлит. На. Спасибо. Не за что. Да заберите весь трэш, чего такие суканы? Страшно. Стоит 5 хило, блять, они боятся трэш брать. А вдруг там был Ешки? Кстати, Паприк, ты и был в ЦЛК, ну, на прошлой неделе? На той неделе? Да. Ну, на Синдре, типа. Не, я вообще в целом, вот на собачках от двух. Ну, ну, за чипку вот так, чувствуешь. Не, там не, кстати, не был. Было классно. Там до нерфа очень было классно, а налево это псинь, я забыл, как ее зовут. Она кастует и просто нахуй вот так вот по рейда нахуй умирает в секунду. Вонючка. Да. Просто собака убивала нахуй, понимаешь? Ты сегодня не успевали спасти рейд. Жестко, эти деньги жестко. Ну ты же справлялся, родной? Или не справлялся? Первый, когда я жил, а второй я тоже сдох. Или нет, тоже я не помню. Сдох. Ну, все не помню, вроде я выживал. Жил, потом сдох. Утка, вонючка! Да, звуков где включить? Да нахуй он тут нужен? Не, он пофа, там реплики прикольные. Не, это тогда. Голоса можно, все остальное зачем? Я честно не понимаю, как можно играть с музыкой в игре. Ну так я без нее играю. Она в некоторых местах хорошая, а потом приедается, так становится скучно. Ну, целка здесь неплохая. Надо битбокс. Ну, север Мороса нету. Будет. Кстати, ты Кунка, ты видал? Мы там вождя фармили. Да, видел. Сколько раз их на него прокнули? Что, два раза прокнули, два раза их выебали в рот. Ты у мейн был именно вар? Да, да, за вар засовал был. Сколько рейтинга у вас? Бля, он такой ботяра, полтораха у нас. Ну, с фонарем на вас регать, блин. Ну, рискнёт съебать. Ну нас сегодня уже вышло, блядь, два пидораса, нахуй. Протопал, короче, и прото... Ай, блядь, и холипал. Я думал, ты протопавер там говоришь. Хотел бы сказать. Не-не, протопал и холипал, короче. Подожди, подойдите все под собачку, пожалуйста. Ну они не справились, они тильтанули или внули к совету, прости. Про товары, про топалы. Как дела? Сука, блять, я без войса нахуй. Фонарик, блять, сокру нахуй, надо было давать, блять. Команды не было, я команды не было. Да. Паприка, как тебе собачка, ты классная? На следующий, да.
Собак какой-то, так не должно быть. Он должен вставлять там 10% хп. А прикинь до нерфа, как здесь было? Да нет, поношотал сокру быстрее. Дал. Сколько он оставляет? 5% получается? Что 5% или 10% он должен написать. Там эта хуйня по 6500 до нерфа нахуй ебашила. Вот это вот ОЕшка, вот это вот, каждосекундная. И плюс истребление. Ну просто шотала нахуй, без... Я помню. Без этого нахуй, без сейва. Подожди, они под собаку будешь, конечно? Или нет? Ты, блядь, не прохилил нахуй трех людей нахуй. Это кисай, блядь, и себя не прохилил. В смысле, я умер. Ручки, роги. А мне ЭП будет за дамаг? Могу только Риду дать иглю, за то, чтобы прохилили остальных. Да им повезло, просто всех не убило. Они бабл нажали. Мне повезло, а я заранее на себя кинул быстрый, ну... Да, Редер вообще бабл нажал, я видел. И в конец коста как раз не ебанулся кнопку специально. Тебе диван дали, Редега, мы все видели. У меня и стрима нет там дивана, не ебёт. Акума дал тебе диван, поэтому... Да, все, я убил. Нет, не ебёт. Это сильно было, да. Наверное, магика жаловался, которого столям убить, а тут каждый босс по 60, по 70. О, после нерва, конечно, блядь. Ты ж не был нахуй, когда этот целка, блядь, завезли на. Вот там, блядь, боль, страдание было, кроме того, что лаги еще были. Я агро сорвал. Чё, не успеваешь? Агро, блядь, шланг ебал, чтоб типа на АУЕ накрутить ДПС, нахуй, ебать, и мобы сложили, нахуй. Фонарь трэш с волка сбери, шамана. О, это мне. Сюда. Идите, фонарь, иди с правой стороны, дермись с левой. Ладно, я сам с левой. Кто у меня майк хранит? Дермич, лови трэш. Дермич, трэш, лови, блять, я уже спал. Я умираю. Фана, я успел? Давай шла. Да, спасибо. А чё ты фонарь моба того мелкого не привел, скажи мне, пожалуйста. Дайте диспел. Я дал диспел. Для этого я пришел. Моба, блядь, тебе видел. На это чё? Давай диспел и жевать жвачку, да? Да. Спим в руке танчить. Ай! Забирайте, пацаны. Ты опять сдох? Я моба на пулю. Для этого ты и пришел. А тебя не учили давать там волшебный огонь? Да. Поэтому я дальше не пошел, я знал, меня съедят. Пришел, не пошел, все. Ты ж мощная сова, что ты умираешь, как быть, не Ах, знаю. Ах ты, стример! То... О, наконец-то моя ленточка хотя бы раз. Отдай! Дай для ачива, Редега. Морально ачива. Это первый раз обмен, там ачивку дам. Да, школьник быстрее всех. А вы что, передаётся? Можно типа ачив получить и отдать? Да, то можешь хоть весь рейд перебафить эту ачивку. А уже все забрал, ДК. К тему обмена. Да, ДПС рейда, конечно, намного меньше стал. Но оно похуй. Ну, у нас три... сильных ока лимнуло, хочешь? Не лимнуло, а кикнуло. Ну да ладно, похуй. Сколько у нас в общем сумме? Да, в общей сумме. На этом на сурфанке было. Мало вообще. Хотя бы 260 было. Последний раз мы у нас было, когда мы в Мейнстаун ходили, 292 тысячи. Чё 270? Чё, Кана? Давай. 500 голды. Ну только мне не забудьте отдать ее. Я поставлю. Постоянно расписка, что ты мне ее отдашь, вообще нужна. Типа в две меточки берется, да, Феникс? Да. Я поставил. А, ты уже ставишь? Окей. Спасибо. Одну в миле и две в РДД. Против крипу рыбу поставьте. Рыбу хавайте, нормально. Пойдет. Сколько там раньше, напомните? Давайте, масло пересмотрите, у кого-то может закончилось уже. У меня 8 минут осталось. Можешь десятку пупа прописать, типа не ошибешься. Раньше 8 метров. Нет. Я сейчас дам, я пью. Благодарк. Швепс. Все отлично. Чет Д. Держим раньше. 4, 3, 2, 1.
твою ж, оно и обычное. Метки вынесли. Крест, блять, метку нахуй. Что там насколько пришло? Да забей мне ее там, бывает такое. Вы не забывайте в печеньке раньше набирать, ребят. Близко подошел. Угу. Метки вынесли. Рейд с печенье. Крест точнее. Король набрали. Фонарь еще с ебалом. Я в кресле. Метки. Взялись так. Раньше набрали быстрее. Сражались. Благодарк, блядь, где твоя глыба, нахуй? Мне вообще не нравится, как ты играешь, нахуй. Ни глыбу не нажал, блядь. Три стака, я так понимаю, не собрал, нахуй. Ты, если, блядь, не собираешь три стака, блядь, должен нажимать глыбу на нету крыгни. Все, бьем босса, не надо споры собирать. Успеем ДПС спать. Дай фонарь скоро. Он же когда? Ладно. Дай войд бы этому. Сейчас добегу. Блять, сколько можно? Сука, холище невезучий нахуй. Прыгнул, блять, к нему зачем-то. И сразу словил блевотнину. И полетело в две стороны, блядь. Боты? Хуй там. Сука, блядь. Бля, посох скрит. О, бля, поезд скрит, он кусок говна, блядь. Раниты падают, смотри, как вообще. А им увеличили, походу, дроп, нахуй. А магазин, блядь. Кровь, кунка забирай. Каныч, где мультидот, блядь? Бля, четыре раза блевал, нахуй. Я тоже три. Я не буду врать, я три раза блевал, блядь. Пиздец, блядь. Ну все, блядь. Серега, под истерии, блядь, 16 тысяч. Вот, прописал, сейчас догоню. Видишь, вот человек кидает истерию, я хотя бы не ною вылазь, блядь, кидай мне истерию, пока да я. Один раз я всего лишь написал эту Фениксу, говорю, блядь, что это хуйня на рук кидать, блин. Рыбу хавать, фонари собирать, слизняков. Блять, как заебало ЕП солить. Чё ты, это ничего не сломалось? Так же под босса можно? Да. Блять, ну...
Самое нужное мне, блядь, на самом деле, это было, блядь, вот это ринет, конечно, на пиздец. Хочу остальное лут мне, по сути, пока похуй, блядь. Это прям очень сильный пистолет. Что тебе надо еще раз? Алексей, блядь. Ну, Талик, он, наверное, всем нужен. Вот за него битва будет, походу. Я Холи сейчас заберу себе. Битва. Это просто просаживание Холича по ебанию. Холич, блядь, крыса, нахуй, я понял. А чё ты, нахуй? Зря я тебе шот либо отдал. Сейчас будет прощай, мы ЕП. Поехали. Надо, короче, не наснуть просто Холи, что это надо? Кто-нибудь, да? Зайдите прямо между ног. Ближе к боссу, просто. Ближе к боссу стали. Да, чтобы не дамажило эту хуйню. Ну, кот еще подлагивать? Да. Все жутко лагают. 300к. Интересно, они починили, что он стаки забрасывать можно или нет? Тоже интересно. Он, блядь, Сандер, только не забывайте обновлять, ребят. Кто там его стакает? Кстати, там сейчас взорваться может. Четвертый стак. Да, четвертый. Я там скажу, когда разбежаться, не переживайте. Ждем все в центре, ждем команды, которые разбегаются, в любом случае. Никакой самодеятельности. А вообще, все, не собирай большого слизня, пизду нахуй. Просто добьем прохилителя. Все, пускай он стоит тут. Забери его только дермич на себя, того большого скидочка. Да, есть баунт. Фонарий сокру. Объект, кстати, падал на мой фонарь. Да, он один раз упал. Самый первый раз, по-моему. Это Володя. Да я заебался уже ЕП копить нахуй, мне травму нужно. Я понимаю, что тебе нравится. Риду нравятся циферки, когда на весь экран зелененькие, вот эти по 100 хп, нет, знаешь. Прямо летает. Хорошо, просто 100 хп, да. Там, не по, там не по 100, там побольше. Не по 1000, там 150, не больше. Не, обычка 150. Стойте все тут, не заходите. Я бы зашел, там репа нахуй фармится, блядь. 500 репы, блядь, прикинь. Давай, повешаем мужику, пожалуйста.
Бля, ёбаный. Полминуты отойдущий. После профа дам перекур, сейчас никто не АФК. На профи есть люди, которые первый раз? Фонарь, ты в Обаме, надеюсь, посидишь? Или тебе бесполезно? Я сидел, но я не помню насчет плевка с зеленого. Я в красную точно плюю. Все, во всех плюешь. В обычке во всех. И, блять, и в Гере во всех должен плевать. Ну ладно. Просто помню, на X2 плевал зеленых. Ну там ДПС и духой обрат. Да. Там, наверное, бичи тактика, когда в уголок они вставали, сопроты выпивали и захиливались, блядь. Это в гене. Не забывай Эдик максимально. Не забывай, Эдик, этот хотать Абам. Без проблем, Кирюш. Да, раз все были, все знают, заебить. Сейчас только это РДД. Какую вам метку поставить? Лучше, чтобы держались ближе к нам. Ух. На себя поставь. Ну я понимаю, давайте, не знаю. Череп нахуй пойдет. Примерно тут плюс-минус стоим все время. Если что, за черепом двигаемся. Рыбку кушаем. Фонари, типа, первую лужу быстро выпиваешь, вторую не допиваешь. Тебе надо 45 раги, чтобы плюнуть зеленого, который первый будет вылазить, понял? Потом допиваешь ее сразу, после того, как плюешь. Ну и дальше просто выпиваешь как можно быстрее лужу. Сейчас, дайте фулба. РДД все время держим, все в черепе. Либо по печеньке. Все озвучиваю, все говорю. Малинраж портал не забудь поставить под боссом. Магии скачок назад, если у вас зеленая слизень выиграет. Сейчас не надо, он пропадет 6 минут перед пулом. Арче на полуба. Масло перемажьте. Фласки перепей. Кого закончить? Синрид, ты тут? Ну, ребят, я сказал, после профа будет перекур, нахуй. Какого хуя вы отходите? Еще нихуя не писал, нахуй. Держи сотку, нахуй. Логнуться можно или что? Или что? Или похуй, уже стартуем? Не знаю. Ну, погнали, да. У нас АФК что-то на чувак, сейчас я ему буду минусовать, нахуй, потом он не придет, okay. Блядь. Слишком важная персона, чтобы все его ждали. А кого такое было, блядь, я в рейд-чат не могу писать, что это за хуйня? Вы как, заранее типа рагу набираете и потом пулите, или сразу пулите и, ну, одновременно? Ну все по старинке. Кинулось типа колба, мы ушли сюда, здесь тусуемся все время. Не-не-не-не, вы типа как это, ну как слабые, типа превращаете в чушку и набираете, ну типа набираете рагу и потом пуляете, или пуляете одновременно? Нет, превращаемся в чушку и пуляем. А, ну окей. Сирицу, блядь, ты заебал нахуй, сколько тебя ждать можно нахуй? Я ржал с нее, честно, Эдик, это пиздец нахуй. Не, типа, ну тут по-разному. Такая хуйня будет, косарь сниму нахуй. 24 человека ждет одного, нахуй. Еще нихуя не пишешь, блядь. А чё отдаю? Залазь, фонарь, вам. РДД все в черепе стоим. 3, 2, 1. Поехали. Раскол. Настакали быстро. А чё ты слышишь, бит? РДД быстрее ушли. Отводи аккуратно, спинки по чуть-чуть. В сторону капистана. Зеленым поехали, свечку с милики, въебал его, бьем, чтоб к столу отошли. Комакет, скачок назад сделаем. Угу. Бьем зеленого. Польша депс.
Добили зеленого быстрее. Все, дальше пошли босса бить. Я уже убиваю. Не успеваем переводить, не успеваем. Не, не успеваем. Стопнули ДП, стопнули, стопнули. Никто профа не бьет. Стопнули, стопнули. Еще раз говорю, стопнули. Никто не бьет. Сейчас будешь плевать красного. Угу. Чтоб не было хуйни на переходке. Не бьет никто. Петов тоже уберите. По красному поехали, РДД уже бьет. Окей, бейте красным. Я вижу. Фест. Да я вижу, блядь, не переживай. Ну. Лужи вышли аккуратно. Все, милики, пошли профа бить. Все профа бить. РДД, сейчас отходим максимально от босса, потому что будет пельмень. Отошли, отошли, за черепом, быстрее, за черепом, РДД. Пельмень будет. И колбы. Там пельмень отошли, отошли, отошли. Все, в печеньку подошли, колбы 2 секунды. Колбы выводи быстрее. Милики, блядь. Виолет, чё ты стоишь, блядь? Ну вот я ж озвучил, 2 секунды колбы, нахуй. Чё ты там близко так профу делаешь, на? Нахуй ты ловишь эту хуйню, блядь? По зеленому поехали. Пельмени, отошли вправо, отошли, РДД быстрее, отошли, 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 отошли. Все, к волку подошли. Нормально откинет. Дай айсбаун быстрее. РДД стоим, добиваем. Все, милики, пошли босса убить. Клужбу выпили. Колбы. Ясно, блядь, кунка нахуй. Мулинраш, нахуй, красавчики, нахуй. Пельмени отошли. Ладно, для мотивации вам надо поминусовать немножко, может потом лутать перестанете. РДД по красному поехали. Плюнул. Лужи вышли, лужи вышли. Чуау прохил. Красного бьем. Милики тоже свичкнули с красного. Надо было серо бежать в ту сторону, ну ладно. Пельмени отошли, милики, идите босса бейте вы. Пельмени отошли. Колбы аккуратно. РДД и печеньку сдвинулись быстрее. Сейчас лужа будет. Есть из маундера мич? Ладно, короче, глю бабл с экрана жми. Глю бабл справа, сдвинулись, справа сдвинулись, РДД быстрее, вправо, вправо, вправо. Загулины, блинк назад. Пельмени. Отошли. Нормально успел откинуть. Стоим, ждем около стола, не подходите. Блять. Нормально, тучку нужно, окей. Босса бьем, колбы отводи. Милики отошли. Печеньки РД стоим, отошли, пельмени. Пельмени отошли быстрее, печеньки. РДД по красному уже бьем. Настя. Милики в красном отвечу. Настя. Ладно, тогда бей. Надо было заворачивать в сторону профли туда между. Все, милики, идите, босса бейте. Там колбы сейчас появятся, аккуратно. Колбы появятся. Аккуратно, милики, отойдите от босса. Отойдите. Пельмени. Колбы отводим. РДД в печеньку встали. Лужа, вправо отошли, РДД, вправо отошли, быстрее, вправо. Дай айсбаунд. Айсбаунд, дай дермич. Подъебало, стали быстрее. Зеленого влились. Милики в РДД зону, ждем. Ваниш нажми. Окей, пельмени отошли, 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 отошли. Ну чё вы стоите, алё, АФК, челы нахуй. Вы, блядь, слепые или что нахуй? Кунков, вонючий вагон, нахуй. Стопните босса, не бейте, нахуй. Босса, стопните, никто не бейте. Алло, сука, нахуй. Дай БР по кунке, Вой, дай БР по синрийцу. Акума, дай БР по Якате. РДД по красному, поехали. Плюнул. Пельмени отошли, пельмени отошли. Не прохилили, отойдите. Сука, ебать вас, нахуй. В сраку, нахуй, дебилы, блядь. Прохил Ондру, нахуй.
босса подведи ближе к нам. По боссу сыграли. 1%. Фат. РДД. РДД все в череп. Мулинраш, СС по Йокате дай. Йоката дашь диван по Дермичу потом, когда скажу. РДД все в череп. Неру дали фул ДПС. Колба отводи. Лужа, вышли. РДД, две колбы, блядь, не стоим. Пельмени отошли влево быстрее. Вернулись правее, стали быстрее. На четвертом стаке фонари забираешь. Угу. Ебать, подвис-то сейчас. Не у себя тут. Лужа там аккуратно достает, чуть левее сдвигайтесь. Забрал. Колба сейчас будет. Пельмени отошли влево. Колба аккуратно. Отводи, 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 отводи. Есит. Яката диван. Аккуратно, РДД в черепе стоим. Двигай чуть дальше еще. Еще чуть дальше босса двигай. Яката, вставай. На мне нету СС. Ясно. Мулинраш, красавчик. Найс, СС кидаешь. Зависло. У тебя было 2 минуты на это. Ну не две, но пол минуты точно. Пельмени отошли, влево отошли пельмени. Бля, я кидал, на рэнш разорвал. РДД быстрее в череп, отводи колбы. Лужа, 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 лужа. Еще дальше веди, там зажимай, дай сокру от фонари. Дал. Сколько на дремич так? Ноль. Все, отлично. Дальше отведи босса от РДД. Пельмени, блядь! Избам. Нормально. Просил. Дай дермич избам. Лаги конский, пиздец. Пизда просто. Можешь не говорить, поверь. Я каждую секунду, блядь, не знаю, что я делаю. Зависать постоянно, да. Вот сюда, блядь. Я тебе предлагал во второй. А почему на три стали падают печеньки? Просто конченый сервер, просто пиздец. Это да, это пиздец. Не, мне, я бегу 5 секунд и завис, блядь, ёпта. Я специально от рейда отошёл только нахуй в пару метров, чтобы, дай боже, что-то меня кинет, я это не увижу. Ебать, фанат. Найте вам по сотке нахуй сразу. Как тебе 100 раги нон-стопом, блядь, брат, нормально? Вообще круто, лучший рестер-друид. Лучший, блядь, лучший нахуй. Не, какая-то, кто там ещё был, я уже не помню нахуй. Кунка, Сенти, Йоката и маг какой-то, по-моему. А, о, Мирая просит. Да, а, да, не Сенти, Синицу, разбойник. Да, Кунг тоже самое. Каждые 3 секунды провисает на пару секунд. Ну, это только самое интересное, началось вот именно на лас-фазе, да? Да, в конце прям вообще пиздец, жизнь пошла. Пиздец. Так, покурите 4 минуты, короче. Бля, сделай доброе дело, потом... Редега кинь этот ХПС, пожалуйста, и линкани энергию установленную, мне интересно даже. Бля, опять зависло. Ребят, типа, я сказал Ване, что ему нажать, потому что летели пельмени, нахуй. Чтобы вы все отбежали, чтобы никто не делил с ним урон и при этом все выжили. Тебе не показывают в энергию, если что. Вот и все. Если кто не понял этого. Не показывают. Не, тебе не показывают. Я сделал для вас лучше, нахуй, чтобы вы отошли. Но вы, блядь, стали под пельмени, нахуй. Это ваш косяк, нахуй. Да там даже надо было продавать, если бы не было ваниша, блядь, и все. Ну, в любом случае продавать надо было бы, да. Если бы не было ваниша. А, так и сказал ваниш. ХПС интересен, ну, держи. Так, сейчас сокращу, чтобы не было рейда много. ФПМ, блядь, потом все равно. Не всегда Рэл может все заанонсить. Надо своим еще башкой думать немножко. Бля, Редега, я еще в конце умер, я бы тебя трахнул нахуй. Тогда я... Не, так ты меня обошел, ты впереди шел. Я говорю, ты здоров, да? Я, по-моему, тебя обогнал. Понятно. Ну, бля, типа, друид, это, конечно, на этом боссе, это имба. Ну. Тем более, все у тебя, посчитай, вот, если посмотреть твой захил, это... Сколько там? Почти весь захил в Обаму. Да?
Да ну, ладно, я только мужик кидал. Первое место 281 тысяча в Обаму, второе потом 216 начинается только. Ну, минус 200к сделай. Много, короче, пиздец какой-то. Все равно больше у того же шамана второго и так далее. Ну, только омоложением кидал, будет рост, ему нет смысла давать. Мы с тобой одинаково на хили в поганище. Ну. И волк чуть-чуть меньше тебя на 20 тысяч всего лишь. Не знаю, потом танков пацаны вообще не хилю, если что. Только рейд. Саппорчу как могу, гайс. А зачем нам танк хилит? У нас хули пого есть? Не знаю, я вот с вами ходил пару раз, вы все время так потеете в танков, я прям это шок-контент какой-то. Не, я вообще не переживаю насчет танков. Есть холипал, все. Все сервер, кстати, упал, походу. Нет. А, нет, висит просто. Да, щитки ДЦ-шные висят, он бесконечно как-то. А, не, он падает. Но это не это щитки ДЦ, это мои щитки. Это твои? Антон? Это Велонир. А, я думал, это Т4, там, у приста какой-то. Я забыл уже, бля, Редек, я в этом контенте не играл, года 3. Тут Волонир на X4 стандартный, какой должен быть. Не как на X2, этот ебанутый, который, блядь, дает просто это, сейвоку на один удар. Он именно щиты дает. Вот видишь, это Волонир. Не, ну я вам после глю буду собирать, там плодинчик соберет, и я после него буду. Да хоть час собирайте, мне это что. Прикольно. Я от Волонир хочу на травму пометь быстрее уже. Да не, там абсорба нормальная. Он на некоторых боссах хорош, но приори, типа. Ну, травму я тоже хочу, на самом деле. Травма вообще, пушечка будет. Волонир в десятке, наверное, хорош, да? Да он везде хорош, просто под боссов нужно. Это такой ТС, да. Ну, кстати, мне говорил ДЦ, мы когда на коне были, получается, на копыте, точнее, в этом, в каре, получается, она говорила, что бывало такое, что Волонир ей когда щит вешает, нахуй. Типа никогда не вешает, а вот именно вот на этом боссе бывает раз через раз, типа ей когда щит делался. Ну-ка, пока что. Мы же выяснили, это я там щитки еще накидал. Там КД на ДЦ щитов кидается как дебаф в категории. Волонир не дает никакого дебафа. Там все. Там ручки на себя сам кидаю, значит, да. Да, шпушка до хуя. Заходим, перерыв закончился. 720 пинга. Охуенно. Так, да лут я собираю еще 47. Ух, ебать. Да, нам бы не пиздец, чтобы нужно его пиздеть и успеть. 1000 пинга, чувак. Это жесть какая-то. Да, попробуйте через прокси зайти. Я через прокси сижу, у меня вообще все замечательно. Ты ж понимаешь, что зайти через прокси, аддоны настроить надо. Бля, так отберешь нахуй свои аддоны в папке, блядь, скидываешь в прокси и все. Все, поехали, блин. Я пробовал, не получилось. iPad делает жесткий вообще. У меня все сохранилось, кроме этого, блядь. Советника бить. Дай сокруг фонарь. Все по звезде играть. У меня все сохранилось, кроме паба ебаного. Но это PvP аддона. Типа похуй. Только паб. У меня слишком много аддонов, я боюсь рисковать. У меня очень сильно жопа сгорела то, что паб сбился нахуй. Потому что его настраивать это, блядь. Сука, это просто нахуй вынос мозга ебаного. Не, фу, в том, что понимаешь, это они типа, ну, на просто, ну, на твоем X4 они сохраняются, ну, типа, ничего не сбивается. У меня единственное, немножечко, прям чуть-чуть сбился X-Pearl. Ну, там вообще похуйнее, и все, типа, все остальные аддоны вообще, ну, сохранились, заебись, перенеслись, все охуенно, типа. Спунт вылетает 10 тысяч цифр, и все, типа, и зависает опять. У тебя хоть вылетает. Я сейчас за весь бой увидел только три движения, нахуй. Все. Все остальное время я стою один. Ладно, ну хорошо, хоть это обычка, а не хм. Типа, так здесь вот, не так. Я максимальный фас. А какую папку нужно скопить, если что, потом это сделаю, это позже. Я тебе потом скажу. Окей. А мне тоже расскажешь, Настя, потом у нас там. Печально. Да, окей. Чё, блять, это еще ебаная игра не закрывается. Серега профессиональный
выпуливает тактика. Волшебный огонь, другие-то делают вещи. Максим, так шок шаманов работает, так же бой скилл работает. Эдитин шок. Нет, мы так шоком пулили. Я знаю, как ты выпуливаешь мобов, блядь. Так, вот не надо. Кузня отличается от ЦК. Сейчас я выпулю. Пуф, пачка мобов бежит. Не пачка, а 3 из 4. Не надо мне, один остался. Но это тогда все меняет. Да, да, да. Поехали левую пачку бить. Советник. Фир, контроль, все дела. А, советник, окей. Расскажет, пить туда эти кто. Командир звонится на первом. Хуйня нет, кидывал. На гроз держи тебя, командир. Бля, у меня чайник закипел, я забыл про чайник, ебаный. Рецепческий. Давайте правую пачку, потом светим. Ну да ладно. 69 пинка, как хорошо. Шаклить? Советника первым, не надо шаклить, он бопом не доставать будет. Блять. Дай фонариску. Бейте все звезды. Фонарь, пиздать, она походу излагал. Блин, то же самое. Фонарь, блядь, не знаю, блядь, реально кабан дуратарский, нахуй. Ну тут виснет, кабан. Виснет, пиздец, как Феникс, нахуй. Вот сейчас самый долгий лаг какой-то был, вообще секунд на 6. Что сделал? Не, я, кстати, перезашел, мне стало получше, но... Типа, я тебе скажу, знаешь, по экспоненте увеличивается, типа, на секунду, там на 2, на, там на 3. Я уже замечаю вот это вот. Бля, мне не нравится это поле. Сейчас посмотрим, за сколько воли. Ради интереса идет. Ну, чуть попозже. За 10, типа, блядь. Джурбу. Сука, блядь. Пиздец. Релок помогает, но пинг такой, типа, в норме, а потом растет. Надо релогнуться, в комбате же не получится это сделать. В смысле, ебать, жесть. Полностью игру. Не, все, я ебал нахуй, Нэшка, где мы? Ну, это тебе на босса 2 поможет, я скажу так. Я потому что тогда делал то же самое до профа. Такая, релогнуться не впадло, в принципе. Да, остался воли прокнулся. Составил. АП и крит. Три прока. Охуеть, блять, просто чаржнулся и убил меня. Автоатаки, блять. Опачки. Отказывайте. Задержка все равно есть. Релогнусь. А ты релог писал именно? Нет, полностью арты. А, ну, не, мы, кстати, а, нет, сделали, подожди, типа, пинг 35 показывает. Да-да-да. Сначала погружает, потом получше, но у тебя все равно по экспоненте сейчас начнет увеличиваться. Так что... Потом еще раз придется. Так, Войд... Войд, Бентли и... Кумакет на сверках, на кинетической бомбе. Дермич, будешь келесета держать, фонари двои. Свайпс, ты идешь в ШП до Вальки, спекнешься в ДЦНМ и на Синдре в ДЦ, ну и на Личе, пока идешь в ШП курить. Чилийцу, что там у тебя? А на Синдре уже торг заработал?
Он и работал. Разве? Да. Вот опять, блядь, нихуя не написал и офнулся, нахуй. Вот и что, блядь, ждать тебя, не ждать, нахуй. Кто-то говорил, что типа реловность. Это я говорил, я уже зашел. А, окей. Да этот рок ничего не говорит, нахуй. Вот прям вообще ничего. Мне сегодня в обычке десятки было. Может, заебался, блядь, я нудный челик. Ну, с твоими тактиками попробуй отличаться, около 10 стрихила похитить. И, блядь, тактика, нахуй, я с первого трая убиваю с пугами, блядь. Чё, тихо, тихо, тихо. Можно, термич. Синрицу, блядь, в следующий раз релогаешься, уходишь в АФК, нахуй, пишешь, предупреждаешь, нахуй. Понял? Что-то не хватает, лапки нету, ни интеллекта. Даю. Не надо, блядь, вот это писать, я там какать или еще куда-то, нахуй. Просто пишите, что в шкан. Я какать, блядь. Мы хотя бы понимали, ждать вас или нет. Умираем. Напоминаю по сферкам White Fury, Bentley и Kumaket. По кинетике. Отчет даю. На фонаре оно было. Хелисета никто не заденьте. Аккуратно по талдераму не ебите, сейчас сорвете игру. На ДК могу посидеть, похититься. Вихри разбежались, дай сокру панель. Ну, а сейчас на ДК отойти, я тебя похилю отдельно. Набирай агрон на килисете максимально и собирай Янду. По лузу кидай по ядрам, чтоб не сорвались. Вихрь разошлись. Килисет ебаный. Сколько ты там магра набрал? 300к. Ядро забери, еще дальше отведи, еще дальше сферы отведи. Дермич хильте, по килисету поехали. Да, да, кому скажу, меня... кому скажу, стопните, не будете бить килисет. Забей на это ядро, не надо его агрить. Держи эти. Хоть чувак его, дайте сальву, я кат. Синрицу, Настя, сальву дай. Кунька, стопни, не бей. Все, Талдорама пошли бить. Талдорама все. Яру дали фулл ДПС. Метика в центре плана подбить. Моя чаша прольется кровь. Блять, милик, отойдите, сейчас ебанет. На синрицу, куда ты бежишь прямо у них? Боже, блять. Валанара бить. Раз, задавились полностью. Вихрь разошлись, фонарь искру. Вот Дарк Рэнджи держите, чуть не умер, если бы не сыграл, то и бы умер. Пм добить. Все, пошли килисет добить. Отводи. Отводи эту хуйню. Рейндж держите, ответь. Килисет пошли бить. Одинокая солома.
Да. Вот как обычно, блять. Гауно. Кстати, трошить. Банарий, блядь. Тактика первая. А вы это Лану в одном фрейме бьете, да, или как? Нет, раньше. Да там пиздец будет с такими лагами. Ну там сейчас. Сейчас не прикидывается здесь это. Не, вообще жесть. 700 пинг. Можно хила еще и бот 6. Они там в РНЗ убивают. Зайди через прокси, блядь. Ну, я не знаю, в чем проблема. Два шадона сейчас летят. Ну, давай, да попробуем. Зайди, если что, тебе только там, блядь, настроить хилбот или вуду, через шот там хилишь, ну, и все. Вот, я ВТФ копирую все просто. Копировать. Вау, смог тактику выцепить. Hey ladies, watch it down. Just gonna meet you at now. Охуенно, все слетело нахуй. Понял? А ты папку скопируешь, если фаря? Да, да, я уже скопировал все, ебать. На опыте. Не-не-не, я ее сейчас заменю просто. Поехали, советника первым. Не жмите пока эту хуйню, на следующую пачку нажмем. Ну вот этот глазик ебучий. Не ссы, говорил Хейдингс, блядь. Лагать не будет. Ну и сам через прокси сижу, у меня хотя бы не так сильно зависает. Да эту ВТФ надо скинуть, типа, просто обратно в World of Warcraft. Иди, блядь, короче. Даже с тактиками? Сперку берем, да, похуй с тактиками. Серу берем, нахуй, погнали. Быстрее. Сап. На пул на него, сокру дай. Я в душе не... По этой хуйне первым бить. Резду ёбните все, быстрее. Следующего практика бить. Вроде восстановилось все, но пока непонятно что-то. Что ж, сопец. Диспел дайте. Диспел ебаный дайте. Сука, блять, нажмите диспел, диспел магина. Загигули на диспел. Всех диспелил. Диспел. Все он. Все он диспел. Будет здорово. Да, у вас здесь было много тут. Если ты про цепи. Да, он лем, он лем, да. Так, журб дашь по дермищу на пол. Синрицу дашь триксы по мне. Маги, вначале не вырывайтесь, не прожимайте. Я первый кус ловлю, дальше буду распределять, смотреть, кого кусать. Нашлёпся кусить. Решит он. Для отхил. До поиска это не было хоть. Рыбу хамить. Все тут были, ничего объяснять не надо.
Да, правой стороне держись. Укушенная по правой стороне, не укушенная по левой. Это после взлетки. Я лучше РДД раскусаю мильника, потом нахуй. Больше профита. Арчена поломаю. Не, не шотает, не шотает, не шотает. Но больно делает. В некоторых ситуациях. Лучше все готовы. Щит на себя накидывай и тогда шиш выдаю. Перестабав, дайте пересты. Спасибо. На варе нет. Отчет даю. На пул. Этот. Синрицу триксы по мне. Все, вижу, да, окей. Поехали. Рейндж держим 8 минут. РДД. Боет, Мирай, Протопауэр сбежались быстрее. Не стоим, не слакаем, быстро сбегаемся. Лишит, укушу тебя. Ты потом укусишь чувалу. Я укушу Протопауэр. Ринда выбежал. Пересты на себя фермат не забудьте, но и диспельте сразу таргет, который перед взлеткой будет лужу выносить. Это ладно. Убежали с Пепс. Лужа. Чувак. Факт. 4 секунды. Олеша, чувака кусаешь. Я протопауэр. Протопауэр в правой стороне ближе двигайся. Лужа, сейчас 1 секунда. Свепс побежал. Звездочку тебе на чувака поставил. Слышишь, Полис? Да. Лужа. Сейчас вот этот таргет, максимальный диспел будете давать, кто лужу будет уносить. Загогулина. Глыба, глыба, нажимай глыбу, глыбу. Все, отлично. В центр подбежали, в центр подбежали, все в центр быстрее подбежали. Все, разбежались, раньше набрали быстрее. Фонари, нет, дармич, твой айсбаунд и эма на тьму. Быстрее. Протопауэр. Раньше набрали быстрее, хилим. Эма на тьму. Так, протопауэр укусишь Вепса. Холишит укусишь... сейчас скажу кого. Кунка, Юката, Мирай сбежались. Укусишь... Вайтфьюри, Вайтфьюри побежал. Короче, холишит укусишь Вайтфьюри. И... я укушу кунку. Чувава, ты укуси. Хотя нет, ты кусай кунку, я укушу так кого-нибудь. Кунка под левой ногой, выйди. Факт, сбежались. Я укушу Бентли. Где Бентли вообще рисуется? Мирай выбежал. Бентли, перейди на правую сторону быстрее. Все, стой, стой, стой. Раздали укусы быстрее. Мы говорим. Рейндж держим. Фонари, твоя сакра будет на взлетке. И эма на тьму забери кто-нибудь, какой-нибудь ретрик нажмешь. Сбежались пак быстрее. Я забрал. По Ридига выбежу. Ридигу. Ридигу диспел сразу. Ридигу диспел сразу. В центр сбежались, в центр сбежались, это шлет луж. В центр сбежались быстрее. Блин, раньше набрали, быстрее раньше набрали, раньше набрали. Все раньше набрали. Милики, сибите подальше куда-нибудь. Давай сокру. Да. Нажимаем А на тьму.
сейчас укусы по ДД раздавайте, главное. Я кумакету укушу. Кумакет, подойди ближе к печеньке. Кумакет, подойди к печеньке. Укусы раздали. Укусы сейчас раздали, быстрее. Пак сбежались. Быстрее укусы раздали. Жур, кошель, выйди. Геру дали фулл ДПС по вас. Волк, Ринда, умирает, сбежались. Лужа, 2 секунды. Лужа, Ринда. Там было забавлись просто. Ну, на крыле же умер. Понял. Магруха. Хуй там, блядь. Блядь, на приста вообще не падают знаки, чё за хуйня? Дискриминация? Пошлите, Валь. Так, Фивиапс, мы рады за тебя, что у тебя магруха на руки. Короче, почти такая же пушка, как далекая земля. Вон журбу своему нахуй на сокеты, а то будет следующий рейд нахуй, челюсть, блять, около нахуй этого, блять, около входа целкана. Фармить скелетов, да? Ах-ах, да, фармить эти, блять, значки Орды, Альянса и Ренегата, блять. То есть кошмарить пацанов, правильно? Сейчас мы остановимся. Так, ребят, аккуратно трэш ёбните, я пойду себе чайник поставлю, кофе хочу. Очень сильно. Ну, там потом, тут... потом я вернусь к нему чё-то. Только немного отходите, не пыляйте по чуть-чуть заливайте трэш. Напоминаю, там вот это вот